Всем здорово, с вами снова какой-то парень. И это обзор на бой Василия Ломаченко против Энтони Кроллы. И вот уже Джейсон Стэтхэм с кем-то фоткается. Ну или это просто какие-то казахи, кто их там вообще разберет. А вот и Дурадол, кстати, как всегда отвлекается на Бориса Скрипко. Да, вот они, 44 кролика сегодня дерутся против Васи. Вася, как всегда, один. Видно, что Кролл умеет двигать корпусом, это уже в принципе немало. Васька разминает крокодила, который сам, кстати, ему принес эту шкуру в виде халата. А вот и батя спокойно ждет своей очереди, сейчас, мол, вы тут объявите все. Потом мы тут будем рулить, раздавать трендюлей направо и налево. Итак, первый раунд, и Кролл уже попал. Вася не менее сильно ответил, начался размен, и Кролл снова в атаке. И Вася еле-еле успевает смещаться вот так начало от кролика. И как ушел, да? Ну, сразу видно претендента. И вот оно, главное оружие Кроллы. Он понемногу стирается об канаты, пока совсем из ринга не исчезнет. И Васе вот надо успеть его поймать, пока он тут-то. Кролла готовит удар. Опа! Вот они, где кролики живут, да? И потрясающая работа на ногах от Васи. А пока Кролла ищет, кстати, пятый угол, Вася заносит ему координаты. Опасная игра головой, но Ломаченко ставит все на свои места. Тут не надо ничего выдумывать, все как бы было нормально. И с походкой «Я царь во дворца» Кролла двигает на свою табуретку. А вот, кстати, Вася показывает, как вообще нужно разогревать селезенку. Несколько ударов в блок, ты думал, все, да? Да нет, братан, вот же тут еще есть. Второй раунд Кролла уже начал попадать в сторону Васи. И еще удар, даже направление движения угадал, смотри-ка. Опа, коснулся Васи, но за это уже можно маленький пояс ему дать даже подержать. Вася пока присматривается, а крошка-то вот уже моросит прям. Жаль, не туда, правда, ну. И своей сложной тактикой Вася уже стер половину Кролла о канаты. А Энтони продолжает заниматься спортивной ходьбой. Блин, Кролла бьет прям в Анатолия Николаевича. Ух ты, жук, он что тебе сделал-то? Пока ж ничего. Главное слово пока, а если он сына позовет, а? Ну вот уже видно, что понемногу Вася выковыривает этого кролика из не самой глубокой норы. Лицо уже он показалось. Ну и Вася обратно его пока в эту нору запихивает. Потом, мол, приду, выну, пока сидит. Ну улыбнись, чё-то как на поминках-то. И казалось бы, да, ты везде перекрыт, все принял на защиту, сместился в угол, удачно вышел, а тебе все равно все повидло по всей морде, блин, размазали. Ну и как так-то? Лома стайл, вот-вот так, да. Третий раунд опять начал Кролла, Вася еле-еле уходит от града ударов. Кролла отвешивает подлещика, мимо. Вася ему просто в нору там три удара сунул, и все довольны. Дальше Вася разминает голову Кроллы под форму канваса. И стоило запустить карусельку, как Кролл на ней чуть не уехал. И хоть Вася и звал его в свой вагон, Кролла продолжал ждать свою электричку. Вася дает ему вымахиваться, а Кролла думает, что он работает. Потом Кролла решил себе еще одну руку взять, своих-то, блин, не хватает. Ну, Вася ему и несколько раз ее и предложил. Да и вообще сложно спрятаться в канатах, когда тебе кто-то клей на перчатки намазал, а у тебя еще руки к башке приклеились. Плюс ко всему, тебе со всех сторон прилетает от 10 дембелей, которые тебя как будто в тамбуре ногами мудохают. Ну, конечно, тут только рефери тебя может спасти. А то мы все тут подумали, что все, дембельнулся чувак раньше времени по болезни. Так и так, мол, в госпитале скажешь, что об тумбочку ударился мизинцем. Вася уже он и победу отпраздновал, но пришли два прапора, сказали, что, мол, рано еще, давайте-ка продолжите службу, пожалуйста. Но тут, блин, к Энтони мама на КПП приехала. Его на время от ПХД и отмазали. Но это ненадолго, чё, все равно в коптерку за своими портянками придет. И Вася тут его, конечно, конкретно в сушилке прокачивает. Мне кажется, кролик бы сейчас не прочь в УЗК пару марш-бросков сгонять, а не вот это вот все. Но Вася напоминает, кто тут дед, пока не вмешался старшина, блин. Ладно, четвертый раунд, погнали. Кролла из последних сил хочет догнать, но тут Вася все контролит. На все 100. И снова Ломаченко устраивает ему темную, потому что свет у Кроллы, походу, периодически тухнет сам по себе. Вася уже ему и так и эдак на госпиталь намекает, но Кролла все еще в строю. И вот последние штрихи. Вася справа поправляет кокарду Кроллы, да так поправил, что Энтони пытается на плацу рассмотреть свое отражение вблизи. Ну теперь точно домой, да? Дембель Вася заслужил. Жаль, конечно, со сломанной рукой дембельнулся. Но Кролл-то вон, совсем может и службу не вспомнить. Пожелаем, конечно, ему скорейшего восстановления, там, без последствий, всего такого. Держался мужиком, заднюю не дал, когда возможность была. Красава, в общем. А Васе пожелаем быстрее залечить сломанную руку, которую на кокарду сломал. И скорее вернуться в ринг, чтоб радовать нас своими яркими и высококлассными победами. И вот этим вот суперским хай-теком. Ну а вам что сказать? Подписываемся на канал, ставим лайки, жмем колокол и пишем там, как вам вообще этот бой-то. Все в комментарии можно. А с вами был какой-то парень. Всем добра. Пока.
Итак, ребята, если вы смотрите это видео, то есть два варианта развития событий. Либо YouTube его пока еще не удалил, и вы можете рассказать друзьям, поделиться, написать комментарий, поставить лайк, чтобы его как можно больше народа увидело. И второй вариант. YouTube все-таки снес это видео, но вы обзор можете посмотреть у меня в Инстаграме. Ссылка на мой Инстаграм в описании. После того, как вы подпишетесь, после шапки профиля есть кружочки. Там есть кружочек IGTV. Вот там-то и находится обзор на Ломаченко Кролла. И там вы его можете посмотреть. Там еще много других обзоров, и потом еще там будут обзоры. Поэтому в любом случае подписывайтесь. Вот такие вот дела. Есть, кстати, видео «Мои первые впечатления после боя». Подсказка появится, скорее всего, в конце этого видео. Можете посмотреть, что я испытывал, когда посмотрел этот бой. И, в принципе, все. Что еще вам сказать? Наверное, нужно еще что-то поговорить, чтобы это видео все-таки было чуть подлиннее, потому что, скорее всего, YouTube не сможет там поставить конечные заставки или что-то такое. Ну, в общем, она должна быть длинной, поэтому мы можем просто посидеть. У зомби, говорят, затекли руки, он держит фотоаппарат. Но в целом, в общем-то, надо переходить просто в Instagram TV и там смотреть. А если обзор еще живой, то круто, вам повезло, вы счастливчик. Так что все, с вами был какой-то парень, есть два выхода, сами выбирайте, какой из них выбрать.